В эти выходные на лыжной базе «Снежинка» пройдет всероссийская традиционная «Лыжня России-2020». Как признаются организаторы, день обещает быть насыщенным. Что же ожидать гостям лыжных соревнований 8 февраля, узнала наша съемочная группа. В этот выходной можно будет стать не только участником забега, но и весело провести время. Для гостей будет организована культурно-развлекательная программа, детские аттракционы, катание на ездовых собаках и лошадях. Еще одной особенностью будет наличие дистанции 1945 метров, приуроченной к 75-летию Великой Победы. Также для участников и гостей гонок будет организована полевая кухня. Набраться сил перед стартом поможет каша, а вот согреться – горячий чай. Победители будут объявлены в этот же день и призы получат сразу после подведения итогов. Ну и это еще не все сюрпризы. Мы организовали конкурс репостов среди подписчиков нашей группы. Также будет конкурс среди клиентов проката. В тот день, когда проходят соревнования, то есть непосредственно 8 числа мы разыграем. И еще один конкурс будет среди участников, которые придут в необычных костюмах, либо там шапочка. Предварительная регистрация участников стартовала уже сегодня и продлится до 7 февраля включительно. Зарегистрироваться можно с 5 до 7 вечера в ДК «Мечта». А для тех, кто не успеет зарегистрироваться заранее, уже в день соревнований в 9:00 пройдет регистрация на месте. Первый старт состоится в 11:40.